Юбилейные 20-е шукшинские дни на Алтае начались с представления чудиков. Шукшинские персонажи приветствовали зрителей, встречали гостей. Писатель Януш Вишневский, драматурги Валерий Фомин, Аркадий Инин, артист Федор Добронравов. Аплодисменты, автографы, селфи. Завершал шествие драматург, режиссер Виктор Мережко. С этого года он не только председатель жюри кинофестиваля, но и его президент. Ну хорошо, Многие присутствующие заметили, 20-е юбилейные дни стартовали без пафоса и почти по-домашнему. По ядрам театра любой желающий мог пообщаться с любой из приехавших звезд. Впервые гостем фестиваля стал актер театра и кино Амаду Мамадаков, звезда сериала «Солдаты» и фильма «28 панфиловцев». Ощущение дома, ощущение, что очень гостеприимные все. Ну, дома. У меня чуть-чуть недалеко осталось по Чуйскому тракту наверх, Ангудайский район, село Ело. Там меня родители ждут, мама с папой, сенокос меня ждет. Так что я воспользовался фестивалем. Спасибо организаторам, что пригласили. Зрители фестиваля смогут увидеть 10 полнометражных картин. Это, к примеру, «Как Витька Чеснок вез Леху Штуря в дом инвалидов», «Не чужие», «Решение о ликвидации» и другие. Первые показы уже начались, причем в этом году будет задействовано рекордное число кинозалов по всему краю. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, наши новости.